Привет, друзья, это снова я. Привет, друзья. Сзади то. А где он? О, Господи. Сзади Тошка. Есть шанс сегодня все-таки доехать до врача. Надеюсь, доедем, но без приключений. Запись перенесла на сегодня. Очень надо попасть. По навигатору ехать полчаса, а там как пойдет. Прям не знаю. Все тает. Уже и очень-очень скользко. Люди еле идут. Вода, снег, лед. Снег, лед, вода. И вот так вот перебежками. Погодка-то, да? Сказка. Ну и пробки, куда ж без них. Просто кошмар. Кошмар. Да. В общем, очень надеюсь, что все будет хорошо. Что мы доедем. Включила эту. Поверните налево. Да. Включила эту болтушку. Как ее? Алису. Поверните направо, заверните налево. Едьте прямо. Но она это глючит. Да, и не только у меня. Я слышала, что она у многих подлагивает. Так это она. С юморком. Заводит куда-нибудь и там виснет. И все. И кахош оттуда, так и выходи. Это что такое? Да. Нас один раз так завезла. В подворотню в какую-то, и все. Через 100 метров на светофоре поверните налево. Поверните налево. Это что такое? Это я говорю, ее глючит 100 раз одно и то же. Сейчас налево повернем, она сразу поверните направо. Так и едем. В общем, тот еще навигатор. А без нее... Без нее, по-моему, быстрее доедешь. Что все-таки все надо записывать. Приехали, отъехали, подъехали. Ну, все, едем. Я ее, эту, которую Алиса, не отключаю. Но она, конечно, та еще Алиса. Время у нее гуляет. От 20 до 40 скачет. Ну, а здесь, конечно, без Чебурашки не обошлось. Самую пробку. А у меня и так нервы. Вы же это, ничего не посоветовали от нервов-то. Угу. Я же говорю, как вы стресс снимаете, как вы его снимаете, стресс. Да, так прям стрессанули хорошо. Так что едем еще. Уж не знаю. С запасом выехали. Мы не едем, просто крадемся. Медленно. Сейчас напишет пробка на 6 минут. Мы эту пробку, когда 6 минут пройдет, она еще что-нибудь напишет. Я не знаю, что происходит с навигатором. С видео. Ну да, с навигатором. Что-то прям как-то она это. Шалунья. Лифт не работает. Четвертый этаж пешком. И раздевалка не работает. Вещи с собой тоже. Капец. Что-то у меня уже какой день.
метров, держитесь левой полосы, а затем развернитесь. Через 300 метров держитесь правой полосы, а затем поверните направо. Вон сзади машина стоит. Мужчина заехал на бетон. Не знаю, чем он там помешал, что он так за рулем. Мы по таким вот сугробам его обходим. Но у вас все должно быть хорошо. Настроение, самочувствие. У вас все должно быть отлично.